26 октября финансовое управление администрации Каспийска провело рейд по выявлению незарегистрированных жилищных объектов. Участие в мероприятии приняли представители муниципального контроля. Проводились рейдовые мероприятия в микрорайоне Кемпик по улице 25-я линия и 26-я линия на выявление объектов капитального строения на предмет постановки на учет. В ходе рейдовых мероприятий прошли адресные проверки на наличие права собственности на земельный участок, в том числе и на частное домовладение. Отметим, что представители госструктур также вручили гражданам уведомления о правилах регистрации и ее необходимости для собственников. А тем, кто отказался беседовать с представителями администрации или вообще отсутствовал, сообщения были оставлены у ворот. Данные рейдовые мероприятия будут проводиться часто. Будем охватывать весь город по микрорайонам. Периодичность, наверное, раз в неделю. Кроме того, в рейдовых мероприятиях также приняли участие начальник муниципального контроля Салман Хусбудинов и специалист отдела экономики Меджид Мукаилов. Напомним, что регистрация для собственников необходима. Так, благодаря уплаченным налогам, город, в котором живут жители, будет совершенствоваться.